Видеозаписи принимаем мы в рубрике «Народный корреспондент». Очередные кадры посвящены проблеме благоустройства городских территорий для нужд инвалидов. Нет, на этот раз претензий к наличию пандусов не будет. Однако вопросы у жителей Иркутска все-таки остались. Смотрим. Вот это недавно открытый магазин. Не больше месяца. Идет по работе крестьянской. Это дорожка для инвалидов. Все, встали. Дверь преграждает дальнейшее движение. Чтобы двигаться, нужно закрыть дверь. Проехать. Потом я опять открыть дверь и заезжать в магазин. Мы связались с представителями магазина, там нам сказали, что торговая точка действительно открылась всего месяц назад, и пока никаких жалоб на устройство пандуса не поступало. Тем не менее, после нашего звонка сотрудники сети пообещали исправить проблему. Для этого уже в ближайшее время в магазин направят строителей. Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент», она для наблюдательных и неравнодушных к происходящему вокруг.